36-летний певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей, рожденных суррогатной матерью. Музыкант высказал свое мнение по поводу суррогатного материнства. Сейчас многие бездетные семьи решают свои проблемы с помощью суррогатной матери. Сергей Лазарев, который воспитывает двоих детей от суррогатных мам, Никиту и Аню, высказался на эту тему. Главное, чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны. Мама пьющая, папа бросил. Поэтому тут важен осознанный выбор. Важно хотеть детей, а способ – второстепенный вопрос, считает певец. Лазарев ответил на вопрос, не боится ли он того, что однажды суррогатная мать появится и предъявит свои требования. Во-первых, суррогатная мать не является биологической матерью моих детей. Во-вторых, потенциальная суррогатная мать добровольно идет на это, проходит беседы с психологами, которые выявляют, насколько она готова к такой работе. Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности. «В общем, Аня и Никита, только мои дети», — заявил Сергей Лазарев в интервью. Артист целый год скрывал рождение дочки, поэтому новость о ее существовании стала настоящей сенсацией. По словам певца, Никита и Анна – полноценные брат и сестра. Сейчас семейство Лазаревых активно готовится к Новому году. Сергей хочет создать для малышей настоящую сказку. Например, Никита не без помощи папы уже написал Деду Морозу письмо, в котором попросил подарить ему игрушечный чемоданчик врача.